Участие в обсуждении принял губернатор Кубани. Вместе с первым замом руководителя администрации президента Сергеем Кириенко Вениамин Кондратьев осмотрел выставку проектов. На ней будущие участники фестиваля представили свои разработки в науке, машиностроении, сельском хозяйстве и других отраслях. Как отметил глава Краснодарского края, для региона огромная честь принимать у себя Всемирный форум. Это шанс показать, как изменился Сочи после игр и познакомить иностранных студентов с кубанской культурой и казачьими традициями. Всего же в рамках фестиваля участники в первые дни смогут посетить 6 регионов. Я бы предложил подумать над расширением количества городов. Если у них будет такое желание и будет готовность взять на себя финансирование соответствующей программы в регионах, чем в большем количестве регионов Российской Федерации смогут побывать участники, международные участники Всемирного фестиваля, тем лучше. Кубань на фестивале будут представлять 750 молодых людей. Отбор завершится в конце апреля. Еще больше полутысячи кубанцев станут волонтерами форума. Добавлю, что торжественное открытие фестиваля намечено на 14 октября.